Всем привет, с вами я, Александр Сычков, и в этом видеоролике я буду играть в Sherwood Dungeons, как я и обещал. Входим в старт. Я тут немного поиграл, ладно. Так. Я давно что-то в нее не играл. Уже где-то месяц не играл в эту игру. Вот, решил в нее поиграть. Так, телепорт. Телепорт это Dungeons. 22-й левел у меня. Так, и я сейчас буду ходить. Так. Вот что у меня есть. У меня самое такое крутое оружие есть. Так, и я сейчас буду что-нибудь себе еще делать. Так. И что интересно из его вообще из него выпадет? Волк. Это все очень просто. Это очень простые враги, их победить очень просто. Такого нету, чтобы было такое вот сложное. Почему я его не добил? Ладно. Я пошел дальше. Через другой ход. Так. Ладно. Так. Так, это что? Это ничего, короче. Так, там тупик. О, викинг. Кинотавр. Офигеть, он сильный. Ладно, я убил Минотавра. Пора возвращаться. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сычков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Вас пишите комментарии под видео. И всем пока.